сколько казаков живет в России и на Дону, покажет всероссийская перепись населения. Из-за пандемии она пройдет на полгода позже, чем планировалось, в апреле 2021-го. Будут ли казаки учитываться как представители отдельного народа, обсудили за круглым столом в Старочеркасской представители власти, Росстата и казачества. Как представляться переписчикам и появится ли в анкете национальность казак? Вопрос, который накануне переписи волнует многих. В 2010-м казаками себя назвали около 30 тысяч жителей Дона. Правда, национальность вносили в свободное поле. По словам представителей Росстата, спустя 10 лет правила изменились. Если взять по классификации, то вообще казаки это относится к этносу русского народа. И поэтому казак может просто говорить, что он казак, и не уточнять, русский он, украинский казак, или там есть еще сибирские, там большое достаточно подразделение, градация идет. Поэтому достаточно сказать просто, что он казак. Также участники встречи обсудили работу казачьих дружин во время переписи, а дел предстоит немало. У нас на сегодняшний день в каждом муниципалитете есть дружина. Более 1200 человек у нас в Ростовской области – это дружинники. Так вот, они как раз тоже будут оказывать содействие. И содействие в охране общественного порядка, и переписи населения и так далее. То есть сегодня спектр Росстат нам покажет, и где мы найдем свое применение, мы будем, соответственно, принимать участие. Про грядущую перепись говорят: последняя бумажная и первая цифровая. В комплекте для переписчиков почти нет бумажных анкет, только планшеты. Кроме того, заполнить анкету можно через портал госуслуг. Каждый может зайти на портал госуслуг и переписаться самостоятельно. И вот там как раз не возникнет вопроса, как же тебя записали, какую национальность, потому что ты сам ее впишешь так, как ты хочешь. Все полученные данные будут отправляться в единую облачную систему, чтобы исключить риски потери информации. Так уже в 2022 году Россия получит самые достоверные сведения о своих гражданах. Мария Филинкова, Анна Туполева, Николай Кубышкин, Аксайский район. Обмеление Цемлянского водохранилища осложнило работу рыбакам. Лещи и судаки ищут новые места с комфортной для них глубиной. И людям приходится использовать весь опыт, чтобы их найти. А это сейчас необходимо в разгаре осенняя путина. Рыбаки опустошили сети, поставили их снова и возвращаются на берег примерно к часу дня. Осенняя прохлада сдвинула график работы. Летом нужно было все успевать до наступления жары, которая, кстати, вместе с засухой здесь, в Цемлянском водохранилище, напоминает о себе до сих пор. Снижением уровня воды и изменением мест обитания рыбных стай. Рыба, как обычно, ищет где глубже, а человек где лучше – клев. Но в целом скажу, что запасы промысловые стабильные. Вот. Рыба есть. Просто нужно уметь ловить, соблюдать правила рыболовства, вот. Не ловить мелкими сетями. За бригадами закреплены отдельные участки, на которых они добывают знаменитых цемлянских лещей, судаков, толстолобов и другую рыбу. В этом деле помогают опыт и техника. Эхолот у нас есть. Показывает глубину. С помощью эхолота находим ямы и сыпем сети. Антон Романов за 40 лет своего рыбацкого опыта на этом водохранилище сталкивался с разными условиями путины и знает, у цемлянских рыбаков улов будет, была бы рыба. Сейчас их волнует, что зарастают камышом нагульные места, за которые раньше отвечали рыболовецкие артели, а теперь доступ туда для них закрыт. Мы косили, когда у нас были доневые участки, мы готовили. Берег зарастает каждый год сильнее и сильнее. Кроме того, что был камыш, его мы раньше косили, а сейчас деревья выросли. Виды рыбы и ее размеры в улове рыбаков прописаны законодательно в правилах рыболовства. Там же указаны размеры разрешенных орудий лова. За исполнением правил следят инспекторы рыбоохраны. Именно вот сейчас осуществляем контроль, чтобы рыбаки, которые осуществляют промышленное рыболовство, не нарушали правила для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Именно правила промышленного рыболовства. Продолжительность осенней путины зависит от того, на какое время выдано каждой бригаде разрешение на вылов. У большинства оно до Нового года, если не станет лед и будет позволять погода. Валентина Малощицкая, Владимир Трофимович, Цемлянский район.